Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин 5 капель. В этом ролике мы расскажем о пневматическом вакуумном ручном насосе и комплектах фильтровальных установок. Вы узнаете об его характеристиках, преимуществах, рабочем процессе. Пневматический вакуумный ручной насос Vacuum Hand 030 PSI предназначен для широкого спектра лабораторных задач. Ручное управление позволяет точно контролировать вакуумное давление, что позволяет выполнять с ним задачи, требующие создания устойчивого вакуума. Области применения вакуумного ручного насоса. Фильтрация может использоваться для процессов вакуумной фильтрации, таких как отделение твердых частиц от жидкости, при анализе образцов и очистке растворов. Дегазация поможет удалить растворенные газы из жидкости, улучшая тем самым чистоту образца и предотвращая образование пузырьков. Вакуумная сушка помогает сушить образцы и материалы, снижая атмосферное давление, тем самым понижая температуру кипения растворителя и ускоряя процесс испарения. Вакуумный осушитель может быть использован для создания вакуума в эксикаторах для хранения чувствительных к влаге образцов или реагентов. Технические характеристики. Диапазон измерения давления от 1 до 0 бар. Вакуумирование от 0 до 30 фунтов на квадратный дюйм или от 0 до 2. 1 кг сил на квадратный сантиметр. Преимущество данного насоса. Не требует источника электроэнергии. Точный контроль вакуумного давления для различных лабораторных применений. Прочная конструкция. Совместимость со стандартными лабораторными трубками и адаптерами. Экономически эффективная альтернатива электрическим вакуумным насосам. В нашем магазине представлено 3 комплекта фильтровальных установок с ручным насосом. Давайте подробнее расскажем о каждой из них. Вакуумная установка для фильтрования поток с ручным пневматическим насосом предназначена для процесса фильтрации в лабораторных условиях. Установка позволит производить фильтрацию под пониженным давлением, обеспечивая более высокую скорость фильтрации по сравнению с гравитационной фильтрацией, значительно сокращая ее время. Благодаря 150-мм воронке Бюхнера может вмещать различные размеры и типы фильтровальной бумаги, что позволяет выбрать наиболее подходящий фильтрующий материал в зависимости от конкретных требований обрабатываемых образцов. В комплекте насоса также идет контейнер, который используется как ловушка для рабочих жидкостей. Вакуумная установка «Поток» может работать с широким спектром растворителей, что делает ее пригодной для различных лабораторных испытаний. Система вакуумной фильтрации 5 Drops, микрофильтр на 2000 мл, плюс ручной насос, позволяет проводить вакуумную фильтрацию различных химических жидкостей. Составная разборная воронка, позволяющая быстро добраться до дискового стеклянного фильтра. Возможность ее использования при фильтровании агрессивных жидкостей и газов. Нет необходимости в использовании обезоленных фильтров или бумаги, но при желании можно установить на стеклянный фильтр любой обезоленный фильтр диаметром 55 мм. Боковой отвод газов расположен значительно выше уровня вытекания жидкости из воронки, что снижает количество жидкости, которое может быть затянуто в отвод в процессе вакуумирования. Экономически эффективная альтернатива электрическим вакуумным насосам. Система вакуумной фильтрации «Нанофильтр» на 1000 мл с воронкой VF 125 mm, пор 16 микрометров плюс ручной насос, она используется для получения как осадка, так и чистого фильтрата, позволяет полнее отделять жидкость от твердых включений, полученный осадок легче промывается от остатков жидкости. Профессиональная лабораторная фильтровальная воронка, позволяющая работать с самыми агрессивными жидкостями и корродирующими газами. Все ссылки на товары из обзора будут в описании под видео. Ставьте лайки, если это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте интересующие вас вопросы в комментариях под видео. Спасибо за просмотр обзора и до новых встреч!